Да, вон он. Эй, парень, чё, не русский? Русский, русский. У меня нет оружия. Да мы уже видели. Мы тоже это увидели, поэтому как его, по рестарту. Да, я за вами, я от самого этого, как его, черно бегу. Ну, мог бы покричать. Да, вы далеко. У меня, кстати, есть патроны как на дробовик, так и на твою эту херню. О, дай мне дробовик, пожалуйста, патроны. О, спасибо, парень. Тогда не будем его трогать. Да, куда, да. Куда путь держишь? Там меня убили в электро. Думал оружие найти и идти мстить. Но кроме этой херни, которую я выстрелил, вы видели флайер, кстати? Да ладно, опусти руки. Да, видите. Но мало ли, вдруг вы посчитаете меня угрозой. Обидно будет. У него есть на также на твою эту штуку патроны. Мы вообще собираемся на остров этот, Friendly Zone пойти. Friendly Zone? Да. А, там, короче, смотрите, в Камышово я там бегал где-то день назад. Там на горах сидят парни с калашами, с мотинками в гиле. Они там, короче, на Friendly Zone. Ну, поняли. Империал. Ну да, они отстреливают тех, кто идет на френдли зону. Да, да, да. Если вы хотите, типа, пройти, вам придется там все эти холмы проверить. Если ты не против, я гляну твой ник. Давай. Топ-РБ. Это клан у него, смотри. Это клан такой, Топ-РБ? Ну да, мы с друзьями играем, просто под припиской и все. Ясно. Ну чё, пошли я вместе куда-нибудь. Давай. Кстати, до рестарта в электро был парень с АКМом и АК-101. Два парня там бегали. Да, нас, я думаю, лут не сильно, топовый лут не сильно нас интересует. Да. Нам, но приключения давай не помешают. Да, это было бы. Кость, мне кажется, это просто какая-то заманулка. Меня уже так заманивали. А что мы теряем? Может, убьёт их. Ну, я не знаю, но мы ничего не теряем, в принципе. Хочешь, пошли и рискнём. Пошли. Так, это куда, в электро или на остров? Ну, куда хотите, не без разницы. По-моему, даже да, в электро может быть безопаснее, если нам на острове отстреливают. Тех, кто бежит на остров, то даже да, в электро может быть безопаснее. Кстати, 300... Костя, Кость, тебе патроны на магнум может быть 20 штук? У меня есть патроны на магнум, нет магнума. Ну пошли с ним. А, на твою же. А у меня есть 50 штук на нее. А, ну все, тогда. А у меня есть обойма на FNX, если что. Я эту штуку убил чела и снял с него, и у него были патроны. Побежали кое-что. Да ну, посмотрим, что он будет. Нас все равно где-нибудь да убьют. А что он там засел? Давайте розовую повязку дадим, как у нас. Давай. И голубой отряд. Боря, еще патрон на мотинку у вас есть? Там 7.62, как они? Очень мало. Надо? Ну я лонгхорн нашел.
меня тоже лонгхорн. Могу дать 7 патронов только. Половину от моих. Не доверяю, ну ладно. Давай ему патроны. Спину, главное, чтобы не выстрелил.